По данным прогнозам синоптиков, на протяжении всей семидневки ожидается облачная погода с небольшим снегом. И только в среду, 6 ноября, будет ясная погода. Температура воздуха за окном до 9 ноября плюсовая, днем плюс 3, плюс 1. В субботу и воскресенье похолодает до минус 1. В ночное время температура воздуха на протяжении всей семидневки будет колебаться от минус 6 до минус 2. Сильные порывы ветра до 13 метров в секунду ожидаются 8 и 9 ноября. В остальные дни ветер умеренный.